Привет всем! Сегодня будем готовить соус. Далекий такой из Советского Союза. Нам понадобится томатная паста. Делаю, ребят, все на глаз. Делается все быстро. Из таких доступных продуктов, которые есть у каждого в холодильнике. Все на глаз делаю. Вот накидал сюда. Нам много не надо. А, вру. Сейчас надо кипяченой водички добавить. Разводим. Добавляем туда сахара. 1,5 чайной ложки примерно так. Соли. По вкусу. Будем пробовать. Не знаю примерно сколько надо. Перца черного молотого. Тоже на глаз. Размешиваем. Кто рецепт этот придумал, не знаю. Я этим рецептом пользуюсь давно. В интернете сейчас хотел подыскать какой-нибудь соус. Соуса не оказалось. Думаю, дайте-ка я хоть такой в интернет скину. Все соусы в основном там с кинзой. С такими травами, которые у меня дома не любят. Все, можно и лук, и кинзу добавлять, петрушку, кому как, кто как любит. Вот уже соус получился такой, ближе к краснодарскому. Мне вот соли маловато, сахара хватает, еще чуть-чуть перчика. Уксуса немного. Этот соус подходит ко всем мясным блюдам. Купаты там, колбаски жареные, котлетам, к шашлыку. Вообще этот соус для шашлыка, я думаю, разрабатывался в советском общепите. Все, по вкусу очень хороший соус получился. Ребят, рекомендую. Делается быстро. Кетчупы уже, я думаю, всем уже надоели. А вот эта вот процедура такая вот заняла не так много времени. И вкус очень обалденный. Попробуйте, ребят. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.